чертежи передали нам танк. Крепость создали, и он почти идеален, хотя теряет детали. У него большой вес, пушки наперевес, атаки отразит. Он как железный щит. Ему не страшны снаряды, не страшны танков отряды. У него есть протокол, включить который легко. Как на своих нападают, так этот танк выезжает. Энергия на 100, включи протокол. Пушка за пушкой еще одна. Горы железа в советский танк. Щиты, а под ними еще броня. ТВ-44, а не страшен враг. Пушка за пушкой еще одна. Забирали, над ним работали долго, чтоб его пушки сияли. Его не раз улучшали, что-то не раз добавляли. И тогда снова бой, это танк-герой. Ему не страшны враги.